Может, порвали что, парнишки, не знаю. В общем, я запись включил. Запись на этого прекрасного боя, где, скорее всего, по итогу победит клан Кван. Макс, у тебя что, маскировки нет? Или он так и светится? Я британский. Как бы... Пока так. Вот там еще Минотавр выполз. Господи, на поле Кван пошел. Ё-моё. Ой, шлифачка видел, он выстрелил. Да. Вурдалак сюда идет, блядь. Видел, как попал. Это один ты попал? Да. Это единственное попадание. Блядь, ну неужели он оттормозился? Ну, сука. Конь далеко, блядь. Ну, я же не дурачок. Это понятно, блядь. Наполе, ну ладно, Наполе, еще раз такое дело. Ой, как же. Ну, сука, в меня будет заходить, да, в меня заходит. Сука, говна, блядь. Ебаный. Кто там такой? Он сюда поворачивает. Ну, Минотавр у них. Вот что меня делает РЛС животворящая, блядь. Ну, заберете, нет. Блять, да что за жизнь? О, господи, блядь. Торпеды слева по борту. Блять, какая-то коряга, блять. Медленная. Ну, по сравнению с эсминцем, то конечно. Где там шлифак? Стоит под этим островом, хер пропишь. Иди сеном покушай. Давай, Ромка, добирай его, блядь. Что, это труп? Да. Так, у нас тут где-то подводник, что ли. Наполе отходит. Нам это... Ой-ой-ой, Аустин справа, Ромка, Аустин справа. Это же вообще, блядь, прелесть. Это я только... на пуле. А, ну понятно. Это только просто мечтать, блядь. Я повешал ПМК на него. Какая прелесть, блядь, а я мимо стреляю. Ну-ка, вот так. Ага, я старался. Наши пьют, да? Блядь. Ёбаный Аустин, блядь. Вовремя, он минное поле, конечно, повешен. Что-то я прозевал. Отлично, блядь. Сент-Винсент в бой включился наконец-то, блядь. Я еще плохо, ну, что меня... Ну. Я знал, сучка. Ты просто не сходишь.
Прямое попадание. А, я-то думаю, кто же меня, блядь, тут светит? Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Не добитый минотавр. Меня, сука, переключился. Угу. Кремлюха тоже отъезжает. Вот он, падла, блядь. Нормально, какой-то фокус. Да, Минотавр это не та лодка, с которой нужно перестреляться. Конечно, ты чё. Его в самом начале чуть не забрали. Ну, я пытался по карте его добить. И попал. Вот и меня Минотавр разобрал, пока я под РЛСом сидел, под Максовским. Пару секунд не хватило. Не, у меня же короткий РЛС. Ну вот я и говорю. 10 секунд, по-моему. Ну. Мне нравится, как ваш Салем стоит. Он по нему попасть невозможно, но при этом он и сам стрелять ни по кому не может. Вот это, конечно, красота. Что и путь полагало сделать. Так сейчас приедут к нему, подарочки привезут. Доставка. Он уже едет. А, высоковато. На поле идет, блядь, убивца. Плохой мальчик. Че, Саныч, мы за тебя отомстим. Давай, особенно ты. Единственная надежда команды. Блять, Явик засветился, мой ебаный пылесос. Ну, что-нибудь пролетает? Блять, нет, слишком близко просто. А че у него поле минное такое плотное? А ну вот, вот так у Тайха. По-моему, он не такое было. Мне вот интересно, а плотность мин зависит от сбитых самолетов? Да, да, зависит. Конечно, конечно. Чем больше там шары собьют, тем будет меньше. Чем больше собьешь, тем больше плотность мин в отместку. Ну, Салем, пока. Салем постоял, поторговал мордой. Ну, чисто ко мне поддел. Интересно, заберут? А нет, не заберут, обойдет. Да, одну ловит только. Сейчас кто-нибудь заберет, типа Минотавра. Вторую поймал. Минотавра очень скорее забьет. Но мы Руми за тебя болеем. Ну, сам иди, ну, к нему, он тебя не пробьет. Да тут этот, ну... Да ты к нему бортом. Ты зачем, да, повернул, нет, бортом? Я имею в виду, борт. Там авик хрёбаный, понимаешь? Ну, я, ты к нему бортом повернул. Тебе на носом на него, на авика. А ты борт авику подставил. Ну ладно. Потом можно будет посмотреть. Я, но ты уходил лишь направо. Я уходил, чтобы дать, и хотел снести авика. Я у него одну цепку выбил, и как бы... Ну это не тогда, когда он у тебя топ-мачтовыми заходит. Ну вот, да. Но там получается. Хера вы точку-то взяли. В смысле?
Дима, я старался. Брал в точку. Секунду, телефон. Ну все, сейчас сольем бой. Дима отвлекся. Тащить некому. Блять, а че у Минотавра за дымы там такие, он их тянет и тянет. А че толку, если он светится? Не, ну понятно, он-то выходит из них. Просто мне интересно, че у него там за дымы ну, такие, что он там что-то около двух минут. Он, наверное, с уникалкой. Семьдесят две. У нашего. У нашего 90 секунд. А у... вражеского 87 у него остановка дымов идет секунд. Угу. 136 перезарядка. Эх, хороший бой.